Ир булзан, пуçланать çне бурнăш, хавасла, илемлĕ, аван. Кашнă гун, ирхи çичĕсе етре, Чăвашин наци телевидениен тӳре эфирĕнче ир булзан кăларăм. Ир будар хак вугараганзем, чеваш ен наци телевидениен тюре эфиринче ир булзан гаварам. Сырым бе пролепаян эбэ, Дмитрий Верелов, сыре пурне диэбэ, сывлых сунадып сыре пурне диэбэ. Щэны гун бушванны адпа салам вадып чун данчеререн. Шак эжерни, пирин шак шулдавыкра, юашки эжерни шаван бада, шак эрнерем брэшсэне туза бдермеллех, тада саван мала шэны жоужит сэбэны бе манжутпа. Та саван мала шивых шинзэм бе удашсан бешен жоужице буна ятпа шагын валли пирин вконтакте зайтри ушкан сырым валли уже жаушкан агерзейзер саламзэм жирзахвар вазанейзер шифгарза бураган уяв ячбе е паянхи чурану гун ячбе заамлама пударадар тада шэны гун шэны эш куни бушван нэтпа саламвар эш тешсэн бе юдашсэне сырым валли тада ирбузан гварам ра яван хибегех камалажик леген юрзэм пирым бебрлейзер халь шэны гуна пушвар телевизор за сыне войварах товар кайрамар. Тугастерым, тугастерым, адыл керине. Итлестерым, итлестерым, шыв жавланыне. Адыл шыве, адыл шыве, шиле бұғына. Адыл шыве, адыл шыве, шилбе бұмғана. Адыл шыве, васқа заюға. Эмір таршын варамашны шулвали жеші. Шуле варам, шуле варам, езэре гэске. Шулвэ жніше, пэжэкта мэске. Эмір таршы шоба алынче. Эмір шуды шоба гуженче. Эмір таршы шоба алынче. Чуди, шо багу женщи. Килзигая стерем хонана. Ыразуныса, ырадума хаклатавана. Ырадамал, ырадуям, чуна ожадай. Чуна шия, ожа жудадай. Пурна шуле, шавла заюгай. Пурна шаве, ушла храюлай. Пурна шуле, шавла заюгай. Ой-о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 й
будар дебергут серебурнеде хак вокраган замир бузан говорим зрим беберле паян а за индиреде пизир пирен вконтакте сайт три ушкана керзем мен леди булин самам зем ожа замах сэм шир захвар юдаш сэм валли таван зем валли шивушин зем валли штеш сэм валли кам валли де булин мен де булин шир захвар мен бур завам зене бетюре эфирда вуаза барада пурнеде салам вада по щитце брагану я в зем я джебе и ты солдав зембе солдав бур бузан ширер вещь вуаза барада тогда манан сире кава скелет сирен шене жу камале шу пузать шене жу жидечен ну маю мары ага перер нерен заурах та юджи буле шут вазан сирен галь шене жу камале шук пузан изир кильде пчеберемеш хучен хитре елка чарашка оборваться лардера шене жу юри займитлеме пушвар ну мара хитлер кун хушинже кунебе хитлер шене жу юри зем тогда шивухшин зем валим парни зем дуэн ма бушва ма будара дрезер парни зем хадарли ма бушва жагава шене жу гумане пиде воево шеклет тогда ир бузан гаварам а бухар ир бузан гаварам ра жагамбек хитре елка курны манжу да манжут па сирин шене жу гумане шеклеме пударать тебер ход азарха тарадап езер пирин вконтакте сайт 3 ушкан расширер самам зем коштар зам вуа забарадап вазани бурне дебе халя яван тебе гех гороскоп сирин вали палажар мен хадрали зеху нашей псире по ингегу на шоудерзен тархашин Газень баян пушлы калаган кашни самах пакилишмеле. Еще ничего уявне еплере хиптере сибирге сутсе явмада он ишлугон. Ховарны шуғыша калама анваданар. Пустуй самах сараган шинзембе калашма андаражар. Кредитильме вара он ишсаргон. Выкрасыне баян комала ушаган саман кедеть. Самах сире мухтаны е хварвали сауны дубас сибирге брать. Шивахтыван зембе, штеш зембе, юлдаш зембе ошан галашар. Профессия инжен шидни дума, тогда кредитильме он ишлугон. Егер сен баян үтті шінзен чуненше кевеш үті емеш ұратма бұлдарашы. Хаварын пуласылыға үтті шінзен бе сөйтсе яума керлімар. Рақсыне баян шене үш үлірдет. Тақшанан бақтатса барайман үйді үшіне құравды бадыр. Үтті енжен куын ялын хебеге херде. Нумай еше кіске вағыдыра бұрнышылама девет. Арыслан зен мұнғым ұлығы үш лігала жұра. Экзаменыра, юра-дура, туслықыра чырма вгүре. Нажарланма, узал ензіне пөдерме он үш лігон. Кымыла гайман күржі зенбе, керлі марта вар сұдаган зенбе, ажаштыван зенбе құтшынманны аванырақ болы. Херзіне баян бір-бір үшін құтланыве, тіліндермелі бек тіліндерет. Тақшандан бақалашман жын ба шенерен шиғыны тұтма бұштадыр. Үнченге бұшлық мұқтама бұлдаре, қывыра қымыла ғайған шынран денек ұлжысымақ үлгедер. Тараза зейн баян ұқшай пергетлеме керлемар. Мәншін десен, сірен баян егон шақпат үзен сымахебе бұрнас бұлад. Хыт кугар иге худ тюлеттеші. Ұқша ба жиғыны же бұрнышлама васқамаламар. Йонышты вас хорошлық бұзық. Скорпион зейн баян қашыне бала маншын мен ғалан не нен мекерлемар. Шағы ұйрымақ сауны зірешін зіне бұрза девет. Үті енжен қоны елда қовыр шутласақ оны беге хердет. Кевешеген зембе құтшынма, ұқшады қаклама оныш сырғын. Ухачы зейн баян хекон ялан хебеге хердет. Эш шутласақ оны ербек чөбе. Эштеш зейн екел десен көмілі болманы бешеш, эш мала лайхақ шыме. Анжақты вірелен мекерлемар. Хересте қаяз хорошлық пысық. Тугачаги зейн паэгегон психологи бе эмоции хере живе бушлан загайма бұлдарадь. Ховырба кумылзыр бұлма бұлдарадыр. Уянырақ, шамрықрақ шиын батне кевешу туеме шуралма бұлдаря. Эшри шырмавшын Аллаус макерлі мар. Шывдыган зене паян юра-дура он еще гдеть. Можер сэр шывдыган зем хызине вали можер тупма бұлдарашы. Паэнхигун урыш шире куч сагайма, падшалыхан терлі организации инше, терлі ыйдут от сабама он еще саргон. Кулыцем баян кунебе хемтлене шанчақты, эмэцэн тенчинже кунебе шуғалса шуреме керлімар. Шивышын зен пурнышебе қызықлан занда пейде аван боле. Укшайшты зейлес сезесін хыварын тұржылыға кадардас болад.
Хакураганзем Ирхине ректор Забатванма выбергеве прегнам аркаванече жамбада зебер кебрхут сиримбе каваш сейлешин чаган берге асра тыдрезер кумушинже терезабатванмала спорт падусу бумала сылох властезентада я бала умаженове еваях бумала зерен организм ра я бала зены умаженове метаболизм галазан рухла ергелле буны абатри витамин зембе минерал зене лайх рах ежинма шавнама организма терезашлеме кирли мен бур я вапа видимлех тивиштерме пужать анжа хальги условизенже метаболизм базовны бечи лайжа аптрать сакна пула паризен гередки вижи ужина те презент сынвахе хавжать тухтар зен я бала зену мажену вне лайх ватмавы сэнэв зембе палаштарады бхалезре порошва абат я бала зену мажену вне хаварт вода стелешпе малды вырында дарать таслихрен чили порошри карри тахамлихри имберды тарле элементсем ютпю температуре не хабардаще чере этапине хаварт водаще жапламай бая бала зену мажену лайхванать варгырым пюрезем чирли марбузан пер гургашива пер джептем херли бурыш хушзайшме юрать тезегаваще кашни гун дутлухва иргия бат шины метаболизма вородать шлеме хадердет шамам бада тебр хуткавадап иргия бат аванах булмава васкамазар лайх чамланы узылла я бала зену мажену вали я бах чамлана пызак казаксем евр байрылеще умажену эшне хыдах варахвадаще лайх чамлана абат варана хавартвадать рацион рапахча жимиш утварах пумала взем лайх ирылеще витамин зембе тата минерал зембе пуям бунамай абат ирылеслезне лайхвадаще абат ванура омега вище шуло южексем жиделекле буныли я бала зену умажену вне паха видим гюрет взем шулрах пузенже еден дада кунжу чавазенже мойер дапур. Шидели клеживырны аппетит шында да метаболизм жын явапла лептин гормона дуза гварма бложать. Тавыкра сагар зеге тренка ямар шивырма влади зега ваше шакна асра тыдыр жан бадезер. Иргине ирех ирбузан гварма курас тезен ирдерех шивырма выртмала. Шимыс чери им тарле элементсем иммун дыдым не жирпредеще я балазыну маждавни лайхвадаще абадыр лесы дада метаболизма хвартватма чее абад умен тада хыщен эшмелле. Тадам лене консервана батра сахар бакрахмал, но майвал ябах ирелет, шавна була я балзену мажену варахванать. Я балзену мажену вне эргелле нертерме кальци дегирли шаван барацион рассад чиме жезе. Мойор тибетну мажерва, ежель жиделек лебу мала кунжу тварнже кальци пидену майжак надо асрады дрезы. Ширвазенже я балзену мажену вне хвартват мабу жаган узылва сахар. Борос сезон вагаденже шержервы, хомлажервы, тыжервы акуллене кшимелле вазене хельвали шанцахумала, хеллевара, шук пузан туянмах тюрегилет сывлахва пластезен. Тогда сывлахва пластезен ир пузан гаварам, а бух пахмала манжут пашагавал камала в шеклет, камала их пузан вара, сывлахта аванах пулачак наебе паледе. Тогда живущин за ним савам ламалах, тебер юрах ищен небе хак вараган зем, езир пирем вконтакте сайт 3, ушкан рачер заговар на савам зане пурнеде вуаза барады пшавын бады әлгередір қайзыр. Сауна тусы да менче, керлезе вылять стенче, ағызақ шытуем шам, бұртылық шинжи суям. Азаил, Азаил, қаш сене, Азаиль, Азаиль, качься не, вернее, ты там расставный.
ночью, ночью, а Серёха вар ночью. Цель была сама деньги, туем щечу на деньги. Азаиль, качьте не, дыр-дыр не, и добра сам мне. Земи зир пирам ВКонтакте за трюшка нрачишь захвар на савам зем в за небо халех его забама васкада пщи захвар на пиренушка нра ыры ир зире телевидение еще не зем дезе ыры ир зире дем на юдаш сем паенгир ашта в уихенчим два там же нже ут мобилик шо ударный от пахерля чудай районен от нарьяренже бурнаган Федотов Николай Филиппович чунджеререн савам ватпор ырвах сывах сунатпор дезе чир захвар на анджирле анвадов нихожан Пул хавасва комово яван дезе ширна. Шуна парадынчке чундан хакварах пиремне утын ран. Сам баганезем хера Оля, можера Саша, моногезем Владимир, тогда Дарья тезе ширза хуховарна. Сам матбаре бердезире. Иры и бурни ледеще хаква шинна мара. Хода на херле джудай районен джебурнаган Николай Филиппович Федотова журавна гуни аджибе ошан салам ладпар. Юманбек ширепсы вахтели он жузунатпар. Саламба, ходибет тохваджа тезе ширна. Савам от паребер дезире. Тогда по энхигун журал на гуньяджбе Шубашкарда Бурнаган Иванов Николай Иванович журал на гуньяджбе Завамбаще Иволезем, Иволе Херезем, Моногезем Юратна Можере Николай Иванджа Телей он ажу вором гунжу зунаще Сылохва будет ажир захварна и берзана пидых и до юрадат партизажирна Тавахсана есть Пунажен, сана журану гуньячбе сава млад пардезе ширна Николай Иванович, сава млад парзире и берде журану гуньячбе. Тадам паян журану гуньячбе. Савам ваше Татьяна Чепуровна, Татьяна на юдар зембе, ще же зем, зам ваше Таня, санай бюроно чу зем, зунат пореза сывлых лобул, телели будет ежир захварна, ащрену майрах он чу зем, малвада, еза жагумбек малалада, еза жагумбек же юрат, еза юрат садрат, паршурану гуня джибе, зана савам лад, партизе жирна. Григорий, Григорьева паян, тада журану гуня джибе, зам ваше юдар зембе, ще же зем, Сана журавну гуньячи без сава, млад партизе жирзахвар на шакамбек пэджек сава. Тада паян хигун Иванов Владимира журавну гуньячи без сава, млаще тавани зэмбе ю даже зэм Володя и берзана журавну гуньячи без сава, млад пар сана и берешре нумайраха на жузэм зунат пар и бер санба мухтанат пар журавну гуньячи без сана тезе ширза хаварна. Тада паян хигун тебер зава Иры ир будар ир бузагварам дежирна паенгигун ибир хамран юратна ивала тада шалломара Шубашкарда Бурнаган Николаев Петр раз черед тежиран гуньячбе сава млад пар ширеп сылах ту выделей ворам эмер шумра яванах юратна нахаква шин зем булчер тезе зунат пар ира жзембе тада ир камалуба тадах тану май шу савандарза пуран бери сам лагане зем щем Ги юдар зем, тогда еще же зем, тезе ширна савам ладпар и берде сире. Тадам паян Шубашкарда Бурнаган Иванов Николая журану гуньячбе савам ладпар ширеп сывлых ту выделей варам гунжу канле ватвах тулых пурныш сунат параметленны жвушсем. Пурныш ван забычер, тавда буч сана ес пуррижен, перезавандар за пурын нижен сана юрадат пар самба мухтанат пар савам ладпар самба
Ваганзем пызык шемьи тезе черна. Сам ладоб ебе дезире пурнеде, как в юдарсем кураганзем сирым баян чуралны гун пузан сирей баяну жузем. Зунадоб сывах, сунадоб сирым баян хигун ваях шаму тогда кому вырца гайдар. Шаганда сирей ирбузан гварам бужать. Езерашены гуна ирбузан гварам ба пушфатр бузан манжут по фече хаванах пумала. Сирым вали бурим вали де тебер хитре юра тархашин. Еще раз доброе утро всем, уважаемые телезрители. Я думаю, все прекрасно чувствуют приближение Нового года, дыхание праздника, да. На самом деле, с каждым днем Новый год становится все ближе и ближе. И я думаю, многие из вас уже в курсе того, что в нашей республике проходит очень интересное мероприятие. Это марафон «Новогодняя республика». Об этом марафоне нам сегодня более подробно расскажет заместитель директора по народному творчеству Республиканского центра народного творчества ДК «Трестроителей» Яковлев Валентина Николаевна. Валентина Николаевна, доброе утро вам. Доброе утро, Дмитрий. Доброе. Ну, Валентина Николаевна, для начала расскажите-ка сами о своем новогоднем настроении. Есть ли оно у вас?
Я думаю, что у каждого человека с детства ожидание Нового года – это самое хорошее настроение, ощущение. И, конечно же, мы создаем, клубно-досуговое учреждение республики создает замечательное новогоднее настроение жителям республики. Не зря наша работа. Мы из будни создаем праздник. И в преддверии Нового года, и в преддверии празднования столетия образования Чувашской автономной области мы стартовали новогоднему марафону. Она называется «Новогодняя республика», а девиз марафона – «Юбилейный год встречаем, край Чувашский прославляем». И особенность этого марафона, что даже новогодняя елка, она должна быть оформлена с чуварским орнаментом, с чуварским колорите. Учредителем этого конкурса марафона является Министерство культуры, организатором Центр народного творчества, а на местах Управление культуры администрации районов городов. И очень примечательно, что к нашему марафону присоединился и государственное учреждение Чувашкино, туристический центр. И хороший подарок, самый замечательный новогодний подарок районам, городам, жителям районов городов дарят наши профессиональные театральные коллективы. Отрадно отметить, что за старт дали мы 10 декабря ДК «Тракторостроители» этому марафону. И отрадно отметить, что все районы, города активно, увлеченно, масштабно, креативно подошли к проведению данного марафона. За 2 недели практически во всех районах, городах прошел этот масштабный марафон. Завтра, 25 декабря, марафон принимает Ячикский район. Жители Ячикского района обрадует коллектив, профессиональный коллектив академическая симфоническая капелла. Что еще хотелось бы сказать, что, конечно же, главными героями Нового года являются Дед Мороз и Снегурочка. И поэтому во всех муниципалитетах основным представлением это было шествие Дедов Морозов и Снегурочек. Хельмучи и Сарбеги. Представления, сказочные представления, детские представления для взрослых. Наша задача активизировать, конечно, творческие коллективы районов, городов, пропагандировать профессиональное творчество, профессиональное искусство и создать условия для активного семейного отдыха и просто создать хорошую атмосферу праздничного новогоднего настроения. Что вообще из себя представляет этот марафон? Я так понимаю, это какие-то спектакли, какие-то постановки, которые проходят, вот как вы сказали, с 10 декабря каждый день в районах, муниципалитетах и в городах нашей республики. Да, я правильно понял? Да, да. Этот марафон, конечно же, прежде всего в каждом муниципалитете дает старт новогодним мероприятиям в районе. И обязательно здесь участвуют и клубно-досуговые учреждения, и детские школы искусств, и музеи, образовательные учреждения. Но я надеюсь, что действительно я уже увидела, и в ближайшее время Чувашкино создаст красивый фильм, и мы воочию убедимся, насколько креативно и интересно встретила республика юбилейный 20-й год. 10 декабря дали старт, а когда финал, так скажем, 31-го с наступлением Нового года? В районных городах завершается завтра, Ячинский район принимает, а в городе Чебоксары 28 декабря на всех открытых площадках пройдут новогодние мероприятия. Поэтому жителей города Чебоксары мы приглашаем 28-го, да, на новогоднее представление в Дворцах культуры и на открытых площадках, скверах, парках. Очень интересно проходит мероприятие в парке Амазония. Вы, конечно же, сейчас прогуливаясь, по крайней мере, вечерние Чебоксары, это красота, это волшебный город. Я надеюсь, что учреждения культуры подготовили волшебное новогоднее представление для жителей республики и гостей республики. Валентина Николаевна, как вы думаете, верят ли взрослые в Деда Мороза и Снегурочку? И как вы сами к этому относитесь? Верите ли вы в чудеса? Тяжелый вопрос, согласен. Нет, надо верить. Верить. Потому что
только вера в чудеса, надежда в доброе лучшее, хорошее, светлое и позволяет человеку дальше жить. Конечно, надеюсь, что следующий год для нашей Чувашской республики, то, что будет очень интересным, ярким, насыщенным в области культуры, потому что много ярких проектов подготовили, запланировали в плане на 2020 год. Тем более, 100-летие образования Чувашской республики, у нас пройдет в республике марафон, культурный марафон «Славься, Чувашия». Этот марафон – новогодний марафон. Следующий марафон – это уже когда все районы, города Чувашской республики должны подготовить культурную программу, показать весь творческий потенциал муниципалитета и подготовить программу, посвященную 100-летию образования Чувашской республики. Самые лучшие творческие коллективы, а точнее муниципалитеты, покажут свое представление 24 июня здесь, в Чебоксарах, в рамках празднования Дня Республики. Этот у нас фестиваль-конкурс, он традиционный. Но это, на следующий год мы запланировали более масштабно. Также будет выезжать Чувашкино, снимать, затем рекламировать, показывать. Но и надеемся, что главы районов городов, главы администрации районов городов также максимум усилий приложат для того, чтобы красиво подготовить программу и достойно представлять свой район на уровне республики. Ну, я думаю, жители районов и жители нашей республики тоже будут принимать активное участие во всем этом. Какие еще события и мероприятия запланированы в честь празднования столетия автономии Чувашской? Среди культурно-досуговых учреждений, конечно же, мы проводим и конкурсы, касающиеся... Это конкурс сценариев, посвященный 100-летию образования Чувашской республики. Но следующий год он еще является и юбилейным, 75 лет победы в Великой Отечественной войне. И поэтому учреждения культуры также будут участвовать в фестивале народного творчества «Салют Победы», куда включены в соответствии с положением все жанры народного творчества будут представлять свой конкурс. У нас есть очень хороший проект, это фестиваль фестивалей. В этом году мы провели это в декабре месяце. Что значит фестиваль фестивалей? Это мы когда подводим итоги творческого сезона, и лучшие муниципалитеты награждаются дипломами первой, второй, третьей степени. Мы считаем, прежде всего, оцениваем это массовость, это участие творческих коллективов во всех наших конкурсах, фестивалях. Это участие, креативность. Ну и, конечно же, на следующий год вот именно этот марафон «Славься, Чуваши» пройдет, я думаю, что очень масштабно, потому что, еще раз говорю, наш творческий, культурный потенциал республики и районов городов, он очень велик. И любительские творческие коллективы хорошо развиваются, а тем более сегодня очень хочется об этом сказать, что в нашей республике очень много делается для того, чтобы улучшить материально-техническую базу наших учреждений культуры. Многие клубы отремонтировались. Они в прекрасном, хорошем состоянии. Новые клубы построились последние 5 лет. И, конечно же, жители районов, городов с удовольствием посещают наши клубно-досуговые учреждения, наши творческие коллективы. Они участвуют, достойно представляют нашу республику и на межрегиональных российских фестивалях-конкурсах. Если уж сказала о фестивалях-конкурсах, есть замечать с этого года, с 2019 года, в рамках реализации национального проекта у нас успешно стартовал фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов. В этом году этот фестиваль прошел в номинации «Традиции», где участвовали это коллективы со званием «Народный», и коллективы – это народная традиционная культура, это фольклорные коллективы, народное пение, народные танцы.
На следующий год номинация «Культура – это мы». И будут участвовать творческие коллективы, которые занимаются хореографией, также духовые оркестры, ансамбли, хоровые коллективы и ансамбли. Этот фестиваль пройдет в феврале месяце в республике, а затем уже победители нашего регионального конкурса будут участвовать во всероссийском этапе фестиваля-конкурса. И победитель. Надеемся, что мы выйдем в числе победителей. Победитель этого конкурса на уровне России получает большой грант на укрепление материально-технической базы. Много фестивалей, конкурсов проводим, и наша основная задача – поддерживать, развивать и сохранять нашу народную культуру. Потому что, как я уже сказала, профессиональные коллективы выезжают в районы, города. Это очень хорошо. Систематически они выезжают, и наши творческие коллективы тоже сюда приезжают. Но как бы ни было, пока развивается народное творчество и есть активные лидеры, активные руководители народных коллективов, жизнь в деревне, в селах кипит. Жизнь интересная, творческая. Я очень надеюсь, что наши творческие коллективы в будущем году новые свои творческие проекты успешно будут реализовывать, а наше Министерство культуры максимум усилий приложит, чтобы создать благоприятные условия, ну и, конечно, поддерживать лучшие клубно-досуговые учреждения и лучших работников сферы культуры. Конечно, мы будем надеяться на это, Валентина Николаевна. Валентина Николаевна, после небольшого перерыва мы продолжим нашу с вами беседу. Спасибо большое. Чурлаще со мной, санвалище, здесь везде. Санвалище со мной, санвали, санвалище, чтобы со мной. Санвалище со мной, санвали, чтобы до конца со мной.
уважаемые телезрители, напоминаю, сегодня у нас в гостях заместитель директора по народному творчеству Республиканского центра народного творчества ДК «Трудостроители» Валентина Николаевна Якулева. Валентина Николаевна, еще раз вам доброе утро. Ну и возвращаясь к теме марафона «Новогодняя республика», очень хотелось бы узнать, как горячо встречают марафон жители нашей республики. Может быть, есть какая-то статистика, скольким жителям нашей республики вы уже подняли новогоднее настроение, так скажем. Конечно же, я считаю, что большое количество зрителей мы охватили и подарили новогоднее настроение. Были пассивные зрители, были активные участники. В каждом муниципалитете, в каждом поселении проходил этот марафон. И можно сказать, что более, наверное, 3000 жителей Чувашской республики были активными участниками нашего новогоднего марафона. Как создать хорошее настроение новогоднее? Да, кстати, если его нет, потому что погода на улице такая, но не новогодняя, знаете. Самое главное — не лениться. Активный отдых – это самый лучший способ поднятия хорошего настроения. Наше учреждение культуры, клубно-досуговое учреждение, что в селах, в районах, в центрах, что в Чебоксарах, они подготовили замечательные программы, новогодние программы, сказочные, волшебные программы. И поэтому, обращаясь к зрителям, конечно же, к нашим уважаемым телезрителям, хочу сказать – посещайте наше учреждение культуры. У вас поднимется хорошее настроение, бодрое новогоднее настроение. Ну, а самое главное, я всегда говорю, новогодний праздник – это семейный праздник. И надо отдыхать всей семьей. Вот я в руках держу буклет, называется «Новогодняя Чувашия». И здесь, в этот, вот этот буклет, это буклет новогодними афишами. Здесь представлена программа всех наших государственных учреждений культуры. И также новогодние программы по всем муниципалитетам. Тираж составил более 10 тысяч экземпляров. Практически во всех торговых центрах, библиотеках, учреждениях культуры этот буклет тут находится. Но если даже у кого-то нет этого буклета, сейчас есть интернет, можно открыть любой сайт учреждения культуры, и там есть афиша всех наших новогодних мероприятий. Я надеюсь, что наши зрители, наши телезрители с удовольствием будут посещать наши новогодние представления. И, конечно же, сами же в своих семьях будут создавать новогоднее настроение. Дом культуры ДК «Трактостроители» подготовил обширную программу. Уже субботнего дня новогодние представления идут. Первое представление в 10 часов и второе представление в 14 часов. Я приглашаю ДК «Трактостроителей». Надеюсь, что наши телезрители в выходные дни обязательно посетят наши новогодние представления. Да и вообще мы призываем вас, уважаемые телезрители, не сидеть дома, а брать всю семью, детей, родных, близких, потому что вообще все сделано для того, чтобы в республике жители не только городов, город Чебоксары, да и вообще всей республики, и деревень, и сел, встретили Новый год как полагается, чтобы у них было новогоднее настроение, и в том числе вот марафон «Новогодняя республика», он для этого. Еще раз, он завершится 28 декабря. Во всех всех культурных площадках нашего города, я так понимаю. Вот знаете как, говорит, что завершится. Завершится, только это начнется. Еще начнется. Да, да. Да, марафон дал старт новогодним мероприятиям. Совершенно верно. И поэтому наши новогодние мероприятия не будут проходить до 14 января. В преддверии старого Нового года мы подведем итоги проведения новогодних рождественских мероприятий по всей республике. И самые лучшие муниципалитеты, активные культурно-досуговые учреждения будут поощрены дипломами и ценными призами Министерства культуры. Поэтому отмечать Новый год не только приятно, но еще и полезно получается так. Конечно же. Наша задача, еще раз говорю, создать атмосферу, праздничную атмосферу Нового года. Валентина Николаевна, спасибо вам большое. Мы желаем вам удачи в вашем нелегком, но очень нужном труде. С наступающим
очень вас Новым годом, мы вас тоже поздравляем. Спасибо большое. Разрешите, конечно же, нашим телезрителям накануне Нового года также поздравить с наступающим Новым годом. Пусть этот Новый год принесет новые свершения, новые творческие успехи, но и мира, счастья, благополучия каждому дому. Спасибо большое, Валентина Николаевна. Еще раз вам удачи, вашему большому коллективу и с наступающим всех вас. Уважаемые телезрители, передача «Ирбузан» подходит к своему завершению. Всех вас с наступающим. До новых встреч. Ялда, Ялда.